Watch this. Здрасте, здрасте. Привет. Панические настроения, да. I'm absolute panic. Не знаю, я жду веселых ранов, вот. Я еще себя не размотал в OBS, так что ладно. Так, ну, надеюсь, вы готовы. Я точно готов. Плюс-минус. Ну, сейчас 5 секунд, я проверю. Да. Обилки нормальные. Так, все нормально. Вот загружено все, да, ребят? Что? Вы загрузили босса? Конечно. Да, все. Ну, если вы готовы, тогда я вам даю... Сначала желаю удачи, потом даю отсчет. До встречи после гонки. А мы с Рапчером перейдем в Коподины. Так что, давайте, ребята, 3, 2, 1, поехали. Удачи вам. Так. Ждем, пока пройдет задержка. У меня, так, первый стрим Базилио у меня быстрее, чем Мел. Ну, да, опять-таки, у меня Базилио уже поехал, да, Мел что-то думает. Ну, это нормально. В общем, первый мир — это пустыня. Есть довольно легкие уровни, такие вот, для обучения игрока. А в спидране используются. В спидране антиперсант используется несколько способностей, которые доступны в этой игре. Значит, конкретно в данном случае, я думаю, парни будут использовать левитацию и портейбл трак. Портейбл трак нужен будет для бустов, которые вы потом увидите. А Мел пока у меня на первом уровне. Значит, здесь Базилио не сделал скип, который... Ну, он не очень сложный, но его можно... В нем можно ошибиться. Там, значит, на 1.6 можно было ускориться с помощью грузовика. То есть можно было прослайдиться по его стенке и перелететь через там стены. Другие. Я не знаю, как по задержке у меня вообще сейчас все идет. А, да, все у меня как-то. Ну, вообще Умел мне говорил, что у него проблемы с интернетом были, но я надеюсь, все будет нормально. Значит, Мел уже на 1.10. Здесь уровень, ну, он усложняется вот этими, значит, ловушками. На 2.1 он не делает портейбл трак буст, может быть, он про него просто забыл. Там можно было от камня, значит,
сделать Parallel Track Boost, про который, кстати, я забыл рассказать, я забыл, как его объяснить. И у Базилио не получилось сделать этот Parallel Track Boost. Значит, в чем он заключается? Есть способность, которую мы можем кидать, с помощью которой мы можем кидать грузовики. И грузовик сначала кидается маленьким, потом он расширяется. Значит, с помощью этого мы можем отпрыгивать, то есть отталкиваться от стен. Вы прыгаете к стене, кидаете грузовик с помощью этой способности, и этот грузовик, отталкиваясь от стены, кидает вас в сторону и очень сильно вас ускоряет. Значит, мел на 2.6 уже. Здесь особо, ну, на самом деле, ничего не можно сделать, ничего нельзя сделать. На 2.7 тоже можно было сделать ПТБ, но он очень сложный, поэтому лучше его не делать и пройти обычным способом, как только что сделал Мел. Базилио на вот уровне с этими деревяшками висящими. Там есть более легкий способ с помощью левитации пройти слева от этих деревяшек, но он, опять же, его надо натренировать. А если ты привык к другому, значит, способу, это не так легко. Мел на 2.9. Или уже? Да. Значит, сейчас он пытается, и у него получилось сделать ПТБ, но... Да, это было близко, он мог задеть камни, но у него очень хорошо получилось сделать этот ПТБ, который его ускорил. У Мела начался снежный мир, в котором все уровни, как бы, в спидране проходятся просто левитацией, потому что здесь можно просто спрыгнуть и пролевитировать до финиша. И вообще, в большинстве случаев не нужно даже очень близко к этой вот надписи «финиш» подлетать, потому что там очень щадящие хитбоксы финиша. Базилио, ну да, как мы видим, Базилио отстает, к сожалению. Он на 2.9. А у Мела не получилось, он умер, я не заметил. Вот сейчас на 3.5. У него должно... У него не получилось. А в чем заключается этот скип? Здесь, вот в этом месте, куда только что, кстати, прыгнул Мел, у него получилось, там есть очень тонкий, как бы, край, куда заходит хитбокс финиша. И если постараться, можно его задеть, и тогда будет засчитан финиш. Ну... Базилио действительно довольно сильно отстает пока что. А Мел на 3.9. Здесь легкий ПТБ, который, ну, всегда что-то может не получиться. Вот с третьего раза у него получилось сделать этот ПТБ. А в чем, как бы, легкость этого ПТБ по сравнению с другими ПТБ Portable Track Boost'а? Потому что его легче сделать где на ровной поверхности. И вот в предыдущем уровне как раз была ровная поверхность, поэтому этот ПТБ легче сделать. И Мел здесь прошел немного другой стратой, чем большинство делает. Там с помощью левитации можно было отпрыгнуть и пролевитировать до финиша, не проходя через все ловушки. На этом уровне опять же... Вот уровень с лазерами, который мне очень не нравится, я думаю, никому не нравится, потому что здесь лазеры, в принципе, двигаются рандомно, как бы, с каждым... Ну, каждый раз, когда вы начинаете, например, его заново, они каждый раз двигаются по-разному. В этом заключается как раз сложность этого уровня. А Базилио делает вот тот уровень, где... Довольно хорошо исполнил скип Мел. По-другому не использует этот скип. Так, надо успевать за всем.
что Вином мел, да и Базилио, они особо не используют ускорение с помощью стенок, значит, грузовиков. Что имею в виду, если вы проскользите по стенке грузовика, кстати, как я уже вначале рассказывал, это даст вам некоторое ускорение. Таким образом, если вы будете продолжать с одного грузовика на другой так перескакивать, у вас будет, значит, поддерживаться довольно быстрая скорость. Еще есть, значит, механика в этой игре, что когда вы сходите с грузовика, у вас есть прыжок, именно надо с него сойти. И чтобы достигнуть наиболее большую высоту прыжка, нужно нажать пробел на настолько близко к земле, насколько вот вообще возможно. К сожалению, не получилось у Базилио сейчас пройти с первого раза этот уровень, но вот он проходит его, лично мне кажется, что побыстрее, чем умело, но, возможно, умело немного просто подфризивает игра. Да и, если ничего не путаю, у Базилио фов побольше. 5-1 уже вот у Мела. Это мир средневековья с огнеметами, с такими вот ловушками, как вы видели, и вот еще вот с таким типом ловушек наземных. Есть еще ловушки, которые вот прямо из земли выскакивают. Если эти ловушки будут в воздухе, они вас не убьют. Но если они будут на земле, то они вас как бы умрут, если их коснетесь. Вот на данном уровне иногда, по случайности, грузовик, подкинутый вот этой ловушкой, может вас очень сильно ускорить, и это вам, очевидно, очень сильно поможет. Базилио на 4-6, у него не получилось. Он слишком рано прыгнул. Вот здесь вот Мел в этом уровне специально подождет, вот как он уже сделал, он подождал, пока грузовик, на котором он стоял, подкинет вот эта вот платформа. Ну я так понимаю, я впереди, конечно, но, к сожалению, с этим никак не справиться. На 5-9 Мел довольно фри. Вот тут как раз вы видите огнеметы, о которых я говорил. Значит, Базилио на 4-9, про который я забыл сказать, это довольно интересный уровень, потому что его можно пройти с помощью ПТБ. И если у вас это ПТБ получится сделать, это Portable Track Boost, то есть ускорение с помощью грузовика, который у вас выкидывается с помощью способности, то вы очень быстро можете пройти этот уровень, но это ПТБ сделать довольно сложно. И вот, я думаю, поэтому его не стал делать Базилио. Так. Вот на уровне, на котором сейчас Мел, он его, да, по-обычному прошел, там можно было ускориться с помощью стенки грузовика вначале, но, опять же, это как бы на самом деле вкусовщина. Здесь уровень, на котором сейчас Мел, сложен тем, что вот на вас скидывают эту кучу грузовиков. Вот, значит,
И Мел спрыгнул как раз таки в сторону, потому что если бы он упал на землю, он умер. А так как тут довольно щадящий хитбокс, и он как раз его задел и прошел уровень. Базилиона 5-5. И у него что-то не очень получается. Наш, значит, на 6-7, это 6-7. Вот здесь, на этом уровне, можно просто спрыгнуть, потом с помощью левитации долететь до финиша, и все отлично будет. Отлично, я имею в виду, до финиша. Здесь уровень... Он такой средней сложности, тут можно случайно заруинить, и... Ну... На уровне... Здесь вот уровень с камнями умело. Ну, если, так как у вас левитация, можно просто, опять же, спрыгнуть и долететь до финиша. Здесь интересный скип умело. Я не знаю, почему... Ну, значит, он спрыгнул на грузовик. И на грузовике я доехал до финиша. Но лично мне кажется быстрее просто спрыгнуть как бы через эти решетки и долететь до финиша. Так. На 7-2 это уже sci-fi мир, он называется sci-fi. Здесь, как и на некоторых других уровнях до этого, можно спрыгнуть и долететь просто. Не знаю, как здесь он делает, но я уже вижу, что он не сделал ПТБ там от стенки, и он не делает здесь скип, который обычно делается. Он, ну, конечно, тоже довольно сложный, но можно приноровиться. Мне будет довольно сложно объяснить его. Но я попробую. Перед вот этим прыжком вниз, там можно, значит, пролететь на левитации, значит, наверх, там кинуть, значит, грузовик, от этого грузовика ускориться и долететь до финиша. 6-2 у Базилио. Вот, что-то у него там не так пошло. И что-то не так идет у Мела, но вот этот уровень здесь вас стреляет невероятным количеством ракет. Ну а еще вам мешает то, о чем я не сказал. А именно поведение грузовиков. Как бы они в принципе-то едут по одному и тому же пути каждый раз, но... Они могут рандомно съехать с этого пути, начать врезаться друг в друга и начать переворачиваться. Здесь Мел... Да, все, долетел. 7-6 Мел. Забыл, что я впереди, ну ладно. А вот на этом уровне Мел... Я подожду чуть-чуть. Он... с помощью этого ускорителя долетит и не станет прыгать на грузовики, потому что быстрее просто пролететь мимо этого трамплина. И на левитации долететь. Здесь хорошо получился, значит, ПТБ у Мела. Здесь не такой традиционный ПТБ, там надо кинуть, значит, грузовик в ускоритель, потом с помощью грузовика, который ускорился от ускорителя, ускорится, значит, и долететь до других грузовиков. Но здесь он делает, ну, такую более сейф страту, которую, в принципе, я тоже делаю, потому что довольно сложно сделать другую, потому что для того, чтобы долететь до, значит, вот этого последнего ускорителя без использования грузовиков, нужно набрать невероятное количество скорости, что довольно сложно. Так, 7-9 пройдено, 7-10 у Мела. И здесь уровень, на котором нужно просто подождать, пока к вам финиш приедет. И он был как бы близок к провалу и на самом деле потерял некоторое время, потому что он мог сам еще под конец допрыгать. Так, ладно. П5
ПТБ получился. А, хорошо, это было хорошо, но немного странно. Что-то я все промело да промело, но в принципе, потому что он впереди... О, это был хороший ПТБ. Ну, не очень, потому что, в принципе, я сам делаю его, значит, там, где следующие грузовики, и у него перестало получаться. Сейчас уже легче было бы, мне кажется, просто допрыгать. Ладно. Это стоило... Нет, это не стоило того, сейчас легче просто допрыгать, на самом деле. Лучше бы уже на второй-третий раз он бы просто уже начал прыгать. Так. Ну, Базилий, он на сайфае. Он... Да, ну это... Обычно он долетит, долетит. Да, все получилось. А, мел прошел, кстати, тем временем тот... тот уровень. А ПТБ с первого раза здесь не получилось, а я впереди, я забыл. Но со второго раза у него получилось, он долетает до финиша. Здесь ПТБ, ну там довольно ровная стена, но у него с первого раза получилось и хорошо. Что еще можно сказать насчет хитбоксов финиша? Они настолько щадящие, что вот на предыдущем уровне можно пролететь даже под платформой последней, и вам все равно засчитают финиш. Значит... Ну, мел уже довольно... Уже так, так, так впереди, конечно. Очень как-то сейвово прошел сейчас, значит, Базилио. Он зачем-то делал... использовал левитацию. Но я думаю, он просто боялся, что он упадет и умрет. Здесь, в отличие от мела, Базилио не делает ПТБ. Как делал мел. Ну и он сейчас подождем. Задержка. И он умер. Значит, здесь. Ну, я не знаю. Я думаю, он все-таки пройдет этот уровень. Я вернусь пока к мелу. О, у Базилио это было... У Базилио было очень близко. Очень. Значит, мел... Довольно быстро проходит. Кстати, насчет вот этих шестеронок, которые вы видите на этом уровне. От них можно ускоряться, они не убивают. Что странно, но как бы... Кстати, у меня для вас новости. Мел на последнем мире. Всего в игре 90 уровней. Он на 9.1 здесь пока легкий, как бы, в принципе, уровень. Главное... Хотел сказать, главное не ошибиться, но вот на втором уровне он ошибся. Здесь ПТБ. Он сложный тем, что там такая неровная поверхность, не просто стенка, а именно такой, как бы, изогнутый предмет. Ну, у него все-таки получилось. Здесь кресты. Мне, вот, это ненавистный уровень. Умело... с крестами. Можно тут попробовать сделать ПТБ там от вот этих колонн, но опять же он очень инконсистный будет. Поэтому вот. И ну я вот что я здесь, что я серьезно замечаю, так то, что ну как бы ни мел, ни Базилио, они не ускоряются от грузовиков, то есть от стенок грузовиков. Базилио умер. Так. Вот уровень умело. Интересный уровень, как минимум, не только тем, как он выглядит, но так и историей, потому что на в альфа-версии игры вроде, если больше 60 был, значит, FPS, точно не помню. Если больше 60 был FPS, значит, грузовики все взрывались на этом уровне. Так.
уровень у Мела. Здесь, в принципе, можно как бы просто было на левитации долететь. Если, ну, как бы отконтролить ее не так, как он ее контролил, эту левитацию. Вот это мой ненавистный просто. Я ненавижу вот этот уровень. Он просто... Ох, как он мне не нравится. Значит, тем временем, пока все эти грузовики едут по всем этим изогнутым местам, что добавляет, значит, сложности. Эти грузовики, как я уже говорил, очень странно себя ведут порою. Плюс там еще и лава, короче, идет. Ну и вообще... Это тоже не очень уровень. Мне нравится 9-8, который был у... так, умело, потому что те колеса, которые вы видели, они катятся на вас. То есть, если первые они просто вперед катятся, следующие они уже будут катиться на вас, и нужно от них уворачиваться. А вот на вот этом уровне, на котором мел грузовики падают сверху, они особо не мешают, если сильно ускориться. Что сейчас делает Мел? Он поменял, значит, обилки для того, чтобы сделать скип вот этого босса. Значит, 9-10 это босс-файт. Если он взял вместо левитации, он взял крюк-кошку. И сейчас он заберется наверх, значит, босса. И... кинет на кнопку, значит, грузовик, и все, финиш, игра пройдена у Мела. Это была хорошая работа. А вот Базилио пока на sci-fi. Нет, точнее, нет. Он пока вот пытается пройти этот уровень. Клапа Мелу через некоторое время, я надеюсь, вы поклапаете в чат, значит, Базилио. Давайте, вот, кстати, о чем мы говорили до трансляции с ребятами, это наша ненависть к вот этим титрам, которые... показываются каждый раз после прохождения игры, и их никак не скипнуть. Вот если вы хотите потренировать этот последний уровень, у вас каждый раз после его прохождения будут эти титры. Это, конечно, неприятно. Особенно, когда ты это по миллиарду раз делаешь. Базилио на... значит... на вот этом мире... на, точнее, на вот этом уровне с шестеренками, про который я говорил, эти шестеренки не убивают по странным. Значит, обстоятельствам. Девять один он Базилио прошел. 9.2 у него получился... Ну, он не очень сильно ускорился. Там ускорение можно получить довольно больше. Если он попадет на грузовик... Нет, не получилось. У него, как и умел... Нет, тут уже надо было сразу рестартить. У него не получается, к сожалению. Ой, к сожалению, у него опять не получается... Давай, Базилио. Вот здесь вот вы видели, тут более-менее такое ускорение, которое должен давать этот Portable Track Boost, про который я рассказывал вначале. Могу повторить, что Portable Track Boost — это, значит, буст с использованием, значит, обилки, которая выстреливает, можно сказать, грузовиком, собственно. Так. 9-3 готов у Базилио, а я спойлерил. Опять вот этот уровень с... О, это было... Подожду. Это было близко.
но все прошло хорошо. Вот здесь, кстати, вот можно было увидеть только что он ускорился. Он ускорился от стенки грузовика. Как это делается? Нужно значит, подлететь к стенке грузовика и тем временем держать пробел. Так. Уровень пройден у Базилио. Вот сейчас посмотрим, как на этом уровне себя поведет Базилио. Мне просто интересно. Это не сложный уровень, но мне... Ну, он довольно поздно прыгнул, и вот он теперь просто использует эти вот насаженные на пике грузовики, кричащие от боли. На 9-7 он уже тем временем. Как я говорил, ненавистный мне уровень. Вот можно увидеть, что некоторые грузовики вообще в другую сторону едут. Некоторые валяются. Ну, тут опять же такая территория ада. Он... Нет, не, нет, там слишком. Он попытался засейвиться с помощью, значит, портейбл трака. Но у него не получилось. Ну, потому что здесь, опять же, где такие... изогнутые поверхности, что Portable Track Boost от, значит, земли сделать очень сложно. Он его прошел хорошо, прошел этот уровень Базилио. Есть уровень с колесами, он пройдет, я думаю, с первого раза, да, он прошел с первого раза, отлично. Вот 9-8. Кстати, вот как только что можно было увидеть, также можно забуститься от задней стенки грузовика. Но это не особо сильно поможет, потому что, ну, это на самом деле это поможет только чтобы набрать высоту. Значит, Базилио делает то же самое, что Мел. Он сейчас будет делать скип с помощью другой обилки, с помощью крюка кошки. С первого раза у него, к сожалению, не получилось. А зачем он туда кидает грузовик? Потому что если туда просто спрыгнуть, то ты умрешь. То же самое, как от, просто от земли. И почему он умирает? Он умирает от того, что там есть вот это некоторое место вот в воздухе. Если вы там окажетесь, вас ударит этот босс своей рукой. И вы умрете, вот. Поэтому нужно чуть правее вот лететь, вот зацепиться этим крюком кошки, вот так вот пролететь. У него было близко это. Это было близко. Ну все, бывает. О, так. Так. У него получилось. Что он сейчас делает? Он делает то же самое, что Мел. Он кинет грузовик на кнопку. Зачем он это делает? Потому что у этого босса есть две фазы. Первая фаза, вы нажимаете кнопку, он, значит, начинает стрелять огнем. Так, готово. Отлично, Базилио прошел, молодец. Клапов чат Базилио. О чем я говорил? У босса две фазы. Вы должны нажать на кнопку при обычном прохождении и потом еще пройти другую фазу, еще раз нажать на кнопку, но когда вы скидываете грузовик, там нажимается два раза, значит, это кнопка, и босс повержен. Опять вот эти вот титры. Да, все, давайте клапу в чат, значит, за обоих раннеров, они оба молодцы. Спасибо, ребят, вам за раны. Давайте перейдем к ним. Да, давай. Здравствуйте, привет, ребята. Эй! Хей! Да, привет. ПБ на стриме. Но не на своем. Опять врезать. Ну как ваше настроение? После... Я скрылся весь ран. Я пару раз зафейлил, потому что у меня с кнопки палец сходил из-за тряски.
меня подобное, да, было первые три мира, потом как-то уже освоился. Ну, короче, да, обидно перчатиком, что не получается у нас борьбы. Интриги. Но это в любом случае прочее. Было интересно. Поэтому... Ну, а вообще, Рапчу, что скажешь, как ребята за, допустим, две недели? Ну, они не каждый день и не каждый час тренировались, конечно. У каждого свои рамки. Это дальше, насколько они хорошо подучили, посмотрели? Ну, это было на самом деле довольно хорошо. Я как бы, ну, не скажу, что кластер-трак очень сложный, но они довольно хорошо подготовились, как бы, и делали... Может быть, хоть иногда не с первого раза, но довольно сложные скипы. Ребята, вы на самом деле молодцы. Спасибо вам за рано. Ну, а теперь, ребята, к вам, как всегда, два типичных вопроса. Во-первых, как вам сам спидран? Вы решили отменить? Базилио не вышел в САП-30. Как игра? И хороша, и ужасна одновременно. Скажу почему, потому что мне она очень понравилась, прям дико понравилась, когда я начал ее проходить. Поэтому она ужасна. Ну, казуально, когда проходил, полуказуально, конечно, со стратами, я, в принципе, видел ран. Но когда я уже поиграл в нее часок-другой, я нашел в игре очень неприятный для себя момент. Дело в том, что здесь ужасно прописанная инерция. Она все время тебя тянет вперед. Двигался ты, не двигался... она все время тянет тебя в одну сторону. Я не знаю, с чем это связано. Но если у тебя проблема с инерцией, я попрошу обратиться тебя к товарищу Микоразиуму. Он это эксперт. Очень часто убивает. К этому очень сложно привыкнуть. Я уверен, у Базилио тоже были проблемы с этим. Да, определенно. Так, ну у меня ощущения какие. Я хочу сделать документированный САП-30, ну, записанное на видео. И пока что, наверное, дропнуть, потому что в любом случае, чтобы бороться за первые места в этой игре, надо какие-то нереальные скипы учить, которые слишком отнимают жизнь, скажем так. Ну, то есть это уже, как я понимаю, еще ответ на вопрос номер два. Собираетесь ли вы к ним возвращаться? В рамках, может быть, марафонов каких-нибудь голов. Не, ну можно сделать убитый лейаут. И сделать, типа, двойную гонку, по, там, допустим, Кайф с Мелом и Базилио с Рапчером, по две команды, типа, и общее среднее время. Прикиньте, вот это вот маленькое окошко на 4 окошка разделить будет, как на ГДК, ужасно все. Ну ладно. Я скажу про возвращение, то, что я хотел сделать... То, что хотел попасть в топ-20. И суть в том, что я попал в топ-20. Теперь я вернусь только на марафон. Понятно. Тогда мы перейдем на сетап второй на сегодня игры. Во-первых, спасибо Рапчуру огромное за комментирование. Всем спасибо, кто смотрел, и спасибо, так сказать, за организацию вот этого всего. Раз в год-полтора что-то стараемся делать, кроме рестримов. Ну, в общем-то, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Я думаю, сейчас пойду. Все, давайте, ребят. Поздравляем Мела с победой. Он проходит в финалы. Базилио тоже далеко не убегает. У него еще будет борьба за третье место. А с кем у него будет борьба за третье место, это мы узнаем через минут 40. Насколько быстро. Да. Так что спасибо вам, ребята, за сегодняшний забег. Если что, я надеюсь, что, возможно, и это остальных двух раннеров тоже касается. Сделаем пики после забега МВ2. У кого есть желание? Да, я за. Да, да, да. Отлично, тогда надеюсь, что остальная пара не против. А мы переходим на сетап. Так что давайте, вырубайте стрим.